Пятерых кандидатов на пост главы Сургута допустили до собеседования. Конкурсная комиссия уже подвела итоги первого этапа отбора. Из 25 претендентов пятеро предоставили полный и верный пакет документов. В этом списке директор департамента архитектуры и градостроительства Юрий Волгушкин, депутат окружной думы Андрей Филатов, прошедший в прошлой выборной комиссии Артур Романов, а также сургутяне Алла Сыч и Геннадий Знобищев. Остальные не смогли подготовить верный пакет документов. Ряд желающих стать главой скрыли свои доходы. Один кандидат предоставил поддельный диплом об образовании. Отмечу, в комиссии не зарегистрировали никаких нарушений. Уже в обед начнется этап собеседований. Все кандидаты прошли со своими программами. Шорт-лист из прошедших предоставят депутатам. Через неделю, 27 февраля, местные парламентарии выберут имя нового главы Сургута. В алфавитном порядке кандидаты, допущенные во второй этап, будут выступать с докладами перед членами конкурсной комиссии, где они должны представить свое видение по развитию города Сургута, по работе администрации города Сургута. 20 минут на доклад и 10 минут на ответы на вопросы членов конкурсной комиссии.